Александр Владимирович все-таки очень имеет большие связи в федеральном центре. Для нас, мне кажется, на данном этапе это, наверное, послужит больше плюсом, нежели минусом, потому что нам нужно выстраивать взаимоотношения с федеральными министерствами, с федеральными органами власти, и в том числе и институтами гражданского общества, да, для того, чтобы... Во-первых, и заявить о себе, и рассказать о себе, и, конечно, привлекать какие-то ресурсы, не только финансовые, но вообще в целом ресурсы. Конечно, очень бы хотелось, чтобы у нас был свой такой кадр, который на сегодня готов встать во главу республики и, скажем, всю эту ситуацию взять под собственный контроль.